Итак, Homtom S8 пополнил ряды недорогих безрамочников. В начале этого года начали появляться первые практически безрамочные смартфоны с соотношением сторон дисплея 18 к 9, и все они стоили достаточно дорого. Позже вышли и более доступные решения, но их технические характеристики оставляли желать лучшего. Выпустить недорогой безрамочный смартфон с хорошей начинкой решила компания Homtom. Таким аппаратом стал новый Homtom S8. Он вобрал в себя все главные тенденции современных смартфонов, включая тонкие рамки, двойную камеру, сканер отпечатка пальцев и необычный внешний вид. Главным элементом Homtom S8 является большой 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 720 пикселей и соотношением сторон 18 к 9. Он практически лишен боковых рамок, а толщина верхней и нижней сведена к минимуму. Благодаря этому экран занимает 83% площади всей передней стороны. На обратной стороне смартфона разместились двойная камера и сканер отпечатка пальцев. Последний отвечает за защиту личных данных и быструю разблокировку устройства без ввода паролей. На верхней грани находится слот для карты памяти формата microSD. За производительность Homtom S8 отвечает 8-ядерный процессор MediaTek MT6750T, работающий на тактовой частоте 1,5 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ. Для хранения данных и приложений предусмотрено 64 ГБ памяти. Больше информации о новом Homtom S8 станет известно до конца месяца.